Чтобы социальная сфера стала доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, в городе необходимо оборудовать 57 объектов соцсферы. Среди них автобусный и железнодорожный вокзал, аэропорт, театральный комплекс, третья поликлиника. Эта проблема возникла не сегодня, а в советский период, когда создавалась материально-техническая база существующих зданий. И этому вопросу не уделялось должного внимания. А как вы понимаете, справляться всегда сложнее. В ближайшее время доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья станет театральный комплекс. Проектно-сметная документация составлена. 2 миллиона 200 тысяч рублей необходимы на установку подъемника для колясочников. Ступени у театра – настоящее испытание для маломобильных групп населения. Проработано было все здание со всех сторон. Вот мы понимаем с вами, чтобы войти, как все люди со стороны площади Пушкина, этим людям нужно пройти 6 лестничных маршей. По словам Ирины Эрмиш, обязательный шаг, который должны сделать собственники объектов соцсферы, оборудовать свои помещения не только для маломобильных групп населения, но и для инвалидов с сенсорными нарушениями слуха и речи. Начальник департамента соцзащиты озвучила несколько мест в городе, которые неудобны для людей с ограниченными возможностями. По железнодорожному вокзалу разноуровневые парковка, первый уровень, перрон тоже не позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно передвигаться и пользоваться услугами железнодорожного транспорта. 57 объектов оборудуют пандусами, поручнями. В них должны быть расширены дверные проемы, обустроены санитарно-гигиенические комнаты. Также должны быть установлены аудиовизуальные информационные системы и тактильные указатели. В 2014 году на эти нужды выделено 50 миллионов рублей. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.